Эй, ну Даш, ну блин, ну камон, ну серьезно. Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня научу тебя играть песню Земфиры под названием «Ромашки». Кто-то ее знает, девочка с плеером на эту песню. Ну, короче, если что, у меня есть целый видос и вообще плейлист с разборами на Земфиру. Обязательно посмотри после этого видоса. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. А я девочка с плеером, с веером вечером не ходи. Ты не такой, как все, и не любит дискотеки. Я не буду тебя спасать, догонять, вспоминать, целовать. Меньше всего нужны мне твои камбэки. Ну а теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Песня, вот действительно, первый раз за всю историю разборов на песни Земфира скажу, что она не сложная, тут нет супер каких-то изощренных аккордов, я сама в шоке. Как раз с аккордов и начнем. Первый аккорд, аккорд ДМ, мы зажимаем с вами четвертую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на первом. Далее у нас с вами идет аккорд G. Мы зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Далее идет аккорд АМ. Мы зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Также нам понадобится аккорд Е7. Зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну на втором. Далее нам понадобится аккорд А. Мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. И последний аккорд, аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Получается Д, М, Ж, А, М, Е, 7, А и С. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пепа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. И сейчас внимательно смотри, в какие аккорды в куплетах и в припевах, потому что они там немножечко меняются порядками. Если что, я тебя предупредила. Смотрим теперь бой и правую руку. Мы на протяжении всей песни будем играть наш любимый бой шестерочка, по-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. По сути, мы его будем играть один раз на один аккорд, но есть моменты, где вот в скобочках написано цифра 2, это значит, что мы его играем там два раза. Будь внимательный. Поэтому давай сейчас я со словами тебе покажу первый куплет. И ты поймешь, где что, сколько играть. Угу, погнали. И привет, ромашки. И дайте деньги. Читайте книжки. Дурной мальчишка ушел. Какая фишка, нелепый мальчишка, я девочка. И вот там дальше мы начали петь припев. В припеве тот же самый бой, единственное, поменялся немножечко порядок аккордов. Будь внимательный сейчас, еще раз. Да? Сейчас играю припев, тоже цифра 2 в скобках обозначает, что мы два раза играем на один аккорд этот бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Продолжаем учить дальше, да? Со словами припев. А я девочка с плеером, с веером, вечером не ходим, ля-ля-ля-ля. Ты не такой, как все, и любишь дискотеки. Я не буду тебя спасать, догонять, вспоминать, целовать. Меньше всего нужны твои камбэки. А еще раз. А я девочка с плеером, с веером, вечером не ходи. Ты не такой, как все, и не любишь дискотеки. Я
спасать, прогонять, вспоминать, целовать. Меньше всего нужны небо и камбэки. Так, да, я знаю, что немножечко верха не достаю, песня не для моего диапазона, но я надеюсь, у вас все получится. Сейчас смотрим, играется таким же образом, с таким же боем второй куплет. Да, я прям тебе сразу покажу. Привет, ромашки, платите в кассы, срывайте шашки, его компашки летят с многоэтажки. Стая ромашек, я девочка, пошел припев, да? С плеером, с веером, вечером мы не ходим. Ты не такой, как все, и не любишь дискотеки. Я не буду тебя спасать, догонять, вспоминать, целовать. Ведь все вся песня готова. Теперь еще раз, если какие-то непонятки возникли, перемотай, посмотри нужные части, нужные кусочки, еще раз отработай и иди учи играть эту песню. Если тебе понравился данный разбор, не забудь поставить свой королевский лайк, подписаться на мой канал, потому что у меня очень много всего укулельного, не пожалеешь, отвечаю. Также не забывай писать в комментариях, какую песню и мелодию мне разобрать в следующем разборе. Может быть, именно твоя будет песня, и мы ее будем учить. Обязательно, так что пиши все свои варианты. Ну а если ты хочешь, чтобы я увидела твои укулеле старания, то все очень просто. Выучишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в инстаграмчик, и самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения и дала тебе и обратную связь, собственно, поэтому отмечай. Ну а для всех тех, кто хочет поддерживать выход роликов в финансовом плане, вы можете знать мне любую сумму на донаталерс, или вот купить сборничек, или подписаться на Boosty, как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!